Ну что, друзья мои, наконец-то мы добрались до отдела парфюмерии. Вот он. Мы нашли отдел парфюмерии. А вот сразу давай посмотрим. 2,75. Елки-палки, что это такое? Бахур, бахур. Мы с тобой прям схватили одинаковые такие штучки. Чего? 6 миллилитров? А можешь вот начать нюхать, пожалуйста? Ты меня не любишь, да? Нет, ну просто я камеру держу. А чего? Ты такие вон помнишь? Я такие привозила, но я покупала дороже. Чисто арабский запах, не, да? Ну, очень как... неплохой. Ну, за 2,75 вообще офигенный сувенир. А красненькую штучку посмотри. Она пустая, слава богу. Она пустая, вот. Я тебе нашла полную. 2,25. Ну, покажи, как оно выглядит, пожалуйста. Ну, роликовый. Ну, симпатичный такой вот и много, ну, полненький. Надо. Уже это треснет. Аккуратненько надо выбирать. Кстати, среди вот этого может быть что-то очень даже неплохое на самом деле. Вот так кажется, что вот такие коробочки и... показываю. На самом деле нужно идти пробовать сейчас. А ты какую взяла коробочку? Неплохо. Азис. Сейчас. Азис, вот. Смотри. Азис. Неплохо. Ну как за 2,75 это меньше доллара вообще-то. А ну вот еще. Наташ, Black Beauty. Черная красота. Смотри, какой стен. Нюхать, перенюхать. Арабская. Арабская. Я даже нюхать не буду. Не удовая, но такое насыщенное. Ну тут... и зелененькая давай еще. Мне кажется. А что же это? Вот ты мне даешь нюхать, а я ничего не рассказываю. Я написать так быстро не могу. Ну хорошо, рассказывай, давай. Я... Это ты мне жасмин даешь, по-моему. Ну не знаю. Или что это? Ой, фу, вот это как раз жасминовость. Как натуральный жасмин. Так, хорошо, ты ничего не рассказала ни про азис, ни про синенький, ничего. Ну такая вот, как я могла... Ты сказала арабский. Вот это реально жасмин. Реально такой... Реально жасмин жесткий, покупать не надо такой, да? Я такого не люблю, жесткий. А вот это вот хочу. Вот это. How are you? Fine. How are you? Fine, still alive. Мальчик подошел к нам. Вот это какой-то очень цветочный, нежный. Неплохой. Угу. Прикольно. Так, где я взяла? Вот тут вот, да? Ну, неплохие вот это за 2,25. Сейчас давай пока съемку прекратим, спросим мальчика, что он хочет. Да. Ну, это да, Илюш. Нам тут все подошли, продавцы все показали, теперь отошли. Смотрите, что понравилось. Это вот Наташа там. Нет, еще не понравилось. Под что? Френд. Нет. Ну, под Фенди. Под Фенди. Ну такой приятный, 25. И Лакоста, реально, вот это вот. Лакоста, ну понятно, что делать. Это фальшивка, но за 25 пахнет очень так прилично. Такой дирхам мы показывали уже в сувенирах в Дубае. Ну, прикольные ароматы. Ну как, прикольные. Ребята, открывайте, нюхайте. Вот да, есть розовенький, есть вот такие бутылочки. Ну, скажем так, на сувенир, конечно, вы должны человека знать. Что ты сейчас пробуешь? Вот этот вот. Так, этот за 11,95. Коробочка потрясающая. Коробочка. И, кстати, вот рядом тоже Дубай Найтс. А это? Ну, я уже какую-то свежесть такую, свежесть чувствую такую, да? Угу. А вот этот попробуй Дубай Найтс. Мне и коробка нравится, и флакончик. Неплохой, ты знаешь, такой солодкий, сладко-ваниль, але вот что-то с роза, арабскость вот такая есть. Угу. А, Дубай Найтс, ну, наверное, что-то. Ночи Дубай. И вот розовое, это называется что? Роух Дубай. Роух Дубай. Коробочка тоже не такая, знаю. Интересная. А, такая что? Роза какая-то? Да, я понюхаю. У меня она не пахнет. Надо брызнуть. Очень сладкая, очень такая ваниль розовая. Такой, знаете, зефир такой переслащенный. Что здесь еще есть? Вот такие за 10,95 есть сувениры. Кстати. А помнишь, ты увидела вот сувениры, которые мы ароматы. Привозили? Вот очень здесь, классные. Вот в таких флаконах очень могут быть классные. 8,95. То есть до 3 долларов стоит. И действительно, я привозила, я помню, коробочки только оранжевая, красная, зеленая и классная. Классные, ребята. Вот такие вот. В таких коробочках вот могут быть вот можно, да. Такие вот бутылочки разные, не напоминают башни всякие. Вот Сафа я помню. Сафа у меня есть. Сафа я помню, я тебе, наверное, привозила. А покажи, кстати, что они. Они. Ну, шариковые, роликовые. Это шариковые. Что-то у меня голос пропал. Масло.
от внимания всех продавцов. Ну, вот бутылочки красивые, смотрите. Ну, 37 уже, 10 долларов, прям прилично. Вот, 9,95. Ну, всякое. Привет мечты, такой себе интересный юникорн, как единорог. Это прям подделка под какую-то. Нет, это, не, это ничего не подделка, нет? Это росасия есть. А, росасия. Да. 37 дирхам. А можешь попробовать, как оно? Ну, это хороший, ну, нормальный роман. Хороший, да? Да. Ну, вот. Росаси просто известная фирма, мы много показывали, да, о парфюмерии, но Росаси мы конкретно вот не показывали. Нам, мы разошли, нам снимать не разрешили. Мне, мы обиделись и ушли. Мне очень нравится вот этот романс, но, как по мне, мне кажется, качественный. А вот такие тоже знакомые, мы или привозили, или вот этот вот за 18-25. Нет. Мне кажется, я в аэропорту покупала что-то похожее, ну. Ой, фу, нет. Это слишком такое навязчивое. Слишком, да? Что-то еще интересное. Вот. Night Oud, ночной Oud. Ух, 11,95. Народ, пишите в комментах, что бы вы понюхали, посмотрели бы. Вот, за 10, за 3 доллара есть, за 10 дирхам. Вот. Есть за 8 дирхам. Тут много. Росаси много. Смотри. Вот росаси. Да, я не заметила. Да. Росаси популярны, действительно, есть специальные магазины. Есть вот в таких магазинах оно может быть. Винс. Ну и как? Винс. Смотри, Винзор, это тоже росаси? А где ты взяла коробочку? А я вот тут взяла. Я не могу понять. Это ж роял написано. Не поняла. Может, это так называется? Ну, 37 стоит 10 долларов. Скажем так, для этого магазина очень даже достойная цена. Ну, голубая. Дорогая даже. Blue Lady. 28,50. А что у нас голубой леди? Что у нас такой какой-то странный такой? Не понял, а что ты взяла? А вот это что такое? Это Дейзик, это набор, наверное. А, там идут это набор. Видишь, парфюмы. Все, поняла. Это... Ну, рассказывай свое мнение про голубую леди. Чем пахнет? Я уже не понимаю сейчас. Ну, уже перенюхала, да, чуть-чуть? Ну, 28,50, это можно, конечно. Сейчас и дезодорант. Неплохо. Неплохо? То есть на сувенир, смотрите, можно два сувенира даже. Кому-то Дейзи, кому-то вот парфюмы. Ну вот. А неплохо, а вот чем конкретно пахнет? Цветочный. Цветочный, цветочный такой, да? Вот на это, на... Цветочный. Да. Я не скажу там... Мальчик вернулся, который нам все показывал и у нас смотрел. А мне нравится вот это вот, вот эти вот, знаешь, блестяшечки, сувенирчики, вот это вот. 6,50. Коробочка. Коробочка 6,50. Да. Показывали в прошлом видео. Халис. Опять же, арабский, сладковатый. Мне ну, как будто же нравится, представляешь, такой вот ну, подарок. А арабский, ж... сладковатый цвет. Против, вкус. Да. Just magic. Как пацаны там душатся вообще просто. Шанс, есть шанс, надо использовать. Так, я уже сейчас нанюхаюсь этих всех условно дешевых. О, есть дирхам, а есть динар. Угу, точно, есть динар, а есть дирхам. Ой. Ну хорошо, что-то вот, что-то ты бы взяла бы сейчас. Ну, кроме Сафы, вон той вот за 10 дирхам. Мне ничего, а Blue Lady бы. Ну понятно, Наташа столько ароматов, что она бы и не брала бы. Ну вот Сафа, любимая знакомая Сафа, классный подарок, реально вот. Знаете, уже у нас есть плейлист парфюмерия, распаковка, ароматы. Ну так вот, это достойный, действительно. Ну вот из этой серии именно, вот эти парфюмы из этой серии, это вообще, ну надо из, это все. Надо сюда, нюхать что... просто, если они классные. Что-то можно себе найти шикарное. Реально бывают, вы именно что шикарные ароматы могут быть. Просто надо нанести, походить. Ну да, походить и понять, чтобы совсем плохо не было. Не, не то, что совсем, ну как бы ваш или не ваш. Ну, кстати, наши чаи все еще лежат здесь, хорошо. Давай забираем. Да. Да, ну вот такое сегодня видео про доступную парфюмерию в доступном недорогом моле. Ну, в принципе, снова повторюсь, есть такое везде. И в Шарджи, и в Дубае, и в Абу-Даби, и в Иляне, и в Аджимане. В общем, заходите, смотрите, пробуйте. Не стесняйтесь. Да, а нам лайк поставьте. И всем пока.